Довольно абсурдная ситуация, о которой пойдет речь, сложилась 2 сентября текущего года. Ночью около 2 часов, не совсем трезвый, как установил впоследствии суд, сотрудник полиции собирался в один из ресторанов Рязани. Впоследствии выяснилось, что к сотрудникам этого заведения он испытывал неприязненные чувства по личным причинам. И в ресторан в ту ночь мужчина собирался отнюдь не для того, чтобы отдохнуть или поужинать. В указанное время с целью воспрепятствования работе ресторана решил совершить заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, 2 сентября 2017 года в час 41 минуту умышленно с целью воспрепятствования работы ресторана, а также нарушения нормального функционирования органов внутренних дел и других спецслужб города, заранее зная о недостоверности передаваемой информации, не намереваясь осуществить террористический акт, с мобильного телефона сотовой связи осуществил звонок в единую дежурную службу управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города по номеру 112 и сообщил дежурному диспетчеру заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Случай беспрецедентный, ведь сотрудник на тот момент органов прекрасно понимал последствия своих умышленных действий. Мало того, что он в личных целях отвлек от исполнения служебных обязанностей силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, он, как сотрудник тех самых правоохранительных органов, запятнал честь мундира своим противоправным поведением. Прокуратура Советского района города Рязани 7 декабря 2017 года поддержана обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Рязани, который совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий, то есть преступление, которое предусмотрено частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором Советского районного суда города Рязани нарушитель признан виновным. Теперь он не только больше не является сотрудником полиции, но и выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».